Вы смотрите отзыв об отеле Avalon. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Irison1, который был в нем в 2013 году. Все, что написано на сайте, соответствует действительности. Заказывала через Booking, по акции двухместный стандарт с ужинами от шеф-повара в подарок. Тильда 400 евро. Заселение. Приехали часов в 10, но свободных номеров не было, и нас сразу не заселили. Мы оставили вещи в специальной комнатке и пошли гулять. Вернулись в начале третьего с надеждой, что номер готов. Молодой человек на ресепшн, удивившись, что мы приехали к ним аж на 7 ночей, предложил нам за ту же цену номер классом выше, Superior. Мы с радостью приняли предложение. Заезд в 15 часов ровно, выезд в 12 часов ровно. Ранний заезд и поздний выезд за дополнительную плату – 40 евро. Номер нас порадовал, особенно чайник, который мы очень хотели, но в стандарте он не предусмотрен. Только удивила нас дверь в соседний номер. То есть изначально этот номер большой, двухкомнатный, и между комнатами есть дверь. Видимо, при необходимости они его разделяют на два, закрытой дверью. В принципе, ничего страшного, но за счет этой двери достаточно хорошо слышно, что происходит в соседнем номере. Так что, кому это может помешать, имейте в виду. Я обычно очень чутко сплю. Но даже когда за стенкой жил немец, который любил очень долго и громко говорить по телефону, как ни странно, мне заснуть удавалось без проблем. Видимо, сказались прогулки. Окна выходили на рынок Пиш. До пути. Если их открыть, становится немного шумно. Но мы только проветривали пару раз. А в целом температура в номере была комфортная, и при необходимости регулировали нагрев батареи. Расположение отеля отличное, на границе старого города, в 10 минутах ходьбы от вокзала, рынок через дорогу. А еще отель легко найти. Мне кажется, это важно тем, кто едет в первый раз и на поезде. Выходишь из вокзала налево, и все время прямо. Просто погуляв потом по старому городу, и встречая отели, которые я тоже рассматривала, представила, как бы мы их искали по приезду с сумками по многочисленным улочкам. Вид из номера. Укажу некоторые минусы, они нас не сильно напрягали, но если бы их не было, было бы, конечно, лучше. 1. Мало розеток и они неудобно расположены. 2. Из осветительных приборов только торшеры и настольные лампы, на потолке люстры нет, бывало недостаточно света вечером. 3. Дверь в соседний номер, когда там соседи. 4. Когда в отеле проходят массовые мероприятия, типа конференции или групп туристов, а при нас это было большую часть времени, размера ресторана оказывается недостаточно. Они перекрывают одну половину для спец. Обслуживание, и во второй половине может хватить места не всем, особенно в самый пик, после 7 часов. Оснащение номера. Двухместная кровать, достаточно большой шкаф, тумбочки, раскладной диван, письменный стол, один стул, мини-бар, сейф, утюг с гладильной доской, чайник, чашки, телевизор, санузел. С ванной, а не с душем, полотенце меняли каждый день, шампунь, гель, мыло тоже пополняли каждый день. Завтрак, шведский стол, с 7 до 10. Горячее. Каша молочная, каждый день разная, а очень вкусная. Блины, жареный бекон, картошка, сосиски, яичница, вареные яйца, можно попросить омлет с беконом, с грибами, и еще с чем-то. Холодное, два вида салатов, в основном овощных. Селедка, нарезка ветчины и сыра, сливочное масло, сметана, пару раз был творог, мюсли, хлопья. Три вида варенья, вроде мед, молоко, вида три десертов, каждый день менялись, круассаны и несколько видов хлеба, и в вазе просто лежали фрукты. Напитки чай видов 10, обычная кофе за доп. Плату капучино и еще другие виды, 2-3 вида сока, 3-4 вида питьевого йогурта. Завтрак вкусный. Из представленного можно выбрать блюдо на любой вкус. Ресторан отеля. Ужин с 17 часов ровно до 22 часов ровно. Было два варианта меню, которые чередовались. Из меню выбираешь два блюда. Попробовали почти все очень вкусно и очень сытно. Напитки за доп. Плату. Если сравнивать с другими заведениями, цена нормальная. Но мы не заказывали, так как ужин был и так сытный. А если еще и напитки добавить, тогда бы второе блюдо точно бы не осилили. Точное название блюд не вспомню, поэтому укажу кратко. Первое меню. Одно из горячего, белая рыба, тилапия, под овощной шубой, вроде шпинат, с картофельным пюре, лазанье, курица на шпажке, типа шашлыка. Лазанье. Десерт, персики со сливками, панна-кота на шоколадном бисквите. Второе меню. Суп-крем из брокколи, томатный суп с мясом, оливье с селедкой или с куриной грудкой. Паста примавера с каким-то соусом, вроде с белым вином, запеченная шейка с овощами, белая рыба. Паста примавера. Запеченная шейка с овощами. Перед подачей основных блюд приносят булочки и масло с чесночным соусом. Итог, нам очень понравился и отель, и номер, и питание, и сервис. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.